были предприняты, ну и до саммита они начались, и потом стали продолжены меры специальные, которые, собственно говоря, привели, видимо, к такой оценке. Я говорю о, прежде всего, программе социально-экономического развития Приморского края, которая была сформирована, и о 17 государственных программах Приморского края, которые были приняты в декабре 2012 года. В рамках этой программы социально-экономического развития и среди этих 17 государственных программ есть одна специальная программа, которая называется «Развитие экономики и инновационной экономики в Приморском крае». Вот эта программа предполагала создание специальных механизмов и институтов, которые, собственно говоря, и призваны были привлечь инвестиции в Приморский край. И я говорю о федеральном направлении, это ОСИ, агентство стратегических инициатив, у нас создан филиал на территории Приморского края. Я говорю об агентстве по привлечению инвестиций в Приморский край, оно тоже создано. Я говорю о специальной компании развития, которая инициирована, создание которой инициировано администрацией Приморского края, она тоже создана. Я говорю, наконец, об общественном экспертном совете по привлечению инвестиций в Приморский край. Я в этом совете ответственный секретарь, а возглавляет его Владимир Сергеевич Кузнецов, директор школы региональных международных исследований Дальневосточного федерального университета. Вот в целом все это было создано, это такие специальные механизмы привлечения инвестиций. Но кроме того, внимание и вообще положительная оценка саммита АТЭС, который состоялся в Владивостоке, это неделя глав государств. Кроме этого, была масса других мероприятий, всего их было 160 в 2012 году проведено в рамках форума АТЭС. Все это сделало хороший пиар, в хорошем смысле этого слова, Владивостоку, Приморскому краю. Внимание на него было обращено. И вот все это, вся эта совокупность дел привела к тому, что деньги стали приходить. Стали приходить крупные проекты, крупные инвестиционные проекты. В рамках программы социально-экономического развития мы предполагали, что примерно в течение 2017 года примерно 100 проектов будет запущено на территории Приморского края. Сумма инвестиций мы планировали примерно 1,5 триллиона за 5 лет. Но это означает, что примерно по 300 миллиардов надо инвестировать в течение 5 лет, это будет 1,5 триллиона. Если это будет сделано, то тогда ВРП Приморского края вырастет примерно в 2 раза. Ну, чуть поменьше, но примерно в 2 раза. Но то, что происходит сейчас, вот то, что я видел в прямом эфире по каналу «Россия-24», например, заседание по компании ОСК, дорогого стоит, потому что там звучали суммы такие, суммы заказов, ну, правда, не до 2017 года, а там подальше, до 2020-2025 года, 6,5 триллионов рублей. Это гораздо больше, чем мы планировали, а ведь это целый кластер судостроительный, новый судостроительный кластер, причем на новой основе, то есть речь идет о приватизации, речь идет о гражданском судостроении. Мы предполагали, что там будет развиваться кластер судостроения, но теперь он будет становиться все более мощным и мощным. Есть и другие инициативы, которые сегодня были озвучены, и, быть может, завтра президент в своем выступлении в Дальневосточном федеральном университете выскажется о новой восточной политике, которая прямо на наших глазах формируется. То есть мы с вами живем в исторический момент. Никогда ничего такого с Дальним Востоком ни Российской империи, ни Советского Союза, ни России не происходило. И вот началось, я бы хотел, и я хочу, и становиться участником этого процесса. Я надеюсь, что Дальневосточный федеральный университет станет как бы интеллектуальным, аналитическим центром сопровождения вот этой новой нарождающейся восточной политики России.